Дикий синий, тоже двухлетний куст. Такой. Не скажу, что прям гроздьями, ну, цвести будет симпатично. Это вот шахерезада. Это вот шахерезада осенью посажена. Японка, вот такая ветка. Одна. Одна ветка. Ну, вот такая. Японки очень интересные, конечно. Ай, Golden Celebration, что-то такой вяленький, тускленький. Ну, надеюсь, нарастет. Уже, а это у нас Purple Lodge. Ну, вот это монстр, конечно. Вот это монстр. Ну, посмотрите. Какая гроздь. Монстр, правда. В хорошем смысле. Вот одна ветка. И вот тоже. Ну вот Purple Lodge один из первых будет зацветать. Я не знаю, сколько тут бутонов. Вон веточка. И тут... И где-то с пазушки он там тоже один какой-то вот выбирается. Базальников дал. Несмотря на то, что одноросый куст такой приличный. Приличный, неприличный. Тоже двухлетний. Сажала одновременно с Golden Celebration. Но осеньки долго. Хотя вот, Monsted Wood в том году посажены. Он каждая веточка зацветет. Тоже уже лопается бутончик. Значит, скоро будем. Принцесса Анна. Вот такая малышка. Малышка. А уже вон гроздья. Ну, я про нее и читала, что она очень обильно цветущая. Там бурьянчик надо повытергивать с ней. Нехорошо. Ну, Golden Border. Тоже весь в бутонах. Лиола пока не сильно вижу много бутонов, но есть. А это вот Winter Lodge. Сестра Purple Lodge. Скромненькая. По сравнению с братиком. Такая вот очень скромняшечка. Братик. Не пойми, куда его несет. Anisette Mariner. Это Остинка тоже. Ну, тоже умничка. Так, что это у нас тут? Пауки какие-то. Тоже будет цвести вон гроздушками. Такие гроздушки помельче, чем есть некоторые. Ну, это The Milan The Floss, тоже Остинка. Она поменьше. Как-то не так развивается. А вот такая травка под барбарисом выросла. Ну, чем не злаки, что продают там за бешеные деньги. Отсажу отдельно. Пока дожди, кстати, надо отсадить. Да, она и примется, чтобы она барбарис не загораживала. Или на задний план ее. Тут же оставить, только на задний план. В общем, такая травушка. Мне нравится. Ангела. Ангела. Ну, ангела тоже в том году посажена. Осенью. Вот такая гроздушка. О, Garden Princess Мария Генриетта. Ой, Мария Генриетта. Мари Хосе. Или Мари Жозе. Не знаю, кто как ее называет, как правильно. Не пон... Ну, зачем ты кошечку гоняешь, Вань? Капри. Пока бутонов не вижу. О, тоже Остинка. Господи, вылетела из головы. Ладно. Потом вспомню. Ну, как это? Вылетела. Красный. Кто подскажет, может быть, так. Ну, вот Мария Жозе такая. Тоже гроздями будет цвести красотка. Ну, вот так.